Всебелорусское народное собрание сегодня продолжает работу. В повестке дня утверждение концепции нацбезопасности и военной доктрины. Накануне на заседании Александр Лукашенко был избран на пост председателя 7-го ВНС. Заместителем стал Александр Косинец. Делегаты также избрали членов президиума и приняли решение по ряду других организационных вопросов. С 1 мая в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума. От этого зависит выплата некоторых детских пособий, а также минимальных трудовых и социальных пенсий. Новый размер БПМ в среднем на душу населения достигнет 418 рублей 73 копеек. Это почти на 12 рублей больше предыдущего норматива. В городе на Березине прошел семинар-совещание по вопросам подготовки кормоуборочной техники к заготовке кормов 2024-го. Местом для важного диалога стал Бобруйск-Агромаш. Участникам продемонстрировали производственную базу и технические мощности предприятия. Была организована выставка сельхозтехники. Бобруйчанка стала победителем областного фестиваля управленческого опыта руководителей учреждений общего среднего образования. Директор гимназии номер 1 Анна Шатила среди 8 финалистов конкурса «Лидер образования» оказалась лучшей. На заключительном этапе необходимо было провести защиту проекта и творческое самопредставление. Самым востребованным учебным предметом для прохождения централизованного тестирования в этом году стал английский язык. На него зарегистрировалось почти 14,5 тысяч абитуриентов. Второй по популярности стала физика, бронзу забрала математика. К слову, в 2024-м свои силы испытают около 55 тысяч абитуриентов.